выставки Грибоедова и Есенина с 8 числа с 0 часов по 10 число по 20, до 24 часов Рязанской теплосетевой компании будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим будет затруднено движение на этом перекрестке, будут изменены маршруты 3 и 8 троллейбуса. Под отключение у нас попадают 21 дом в районе улиц Подгорного, Фурманова, Грибоедова, Скоморошинской. Также дополнительно информируем вас о том, что также этой компанией Рязанской теплосетевой будут проводиться работы капитального характера на третьей тепломагистрали в районе улицы Попова. Будет производиться санация участка третьей тепломагистрали. Под отключение там попадает 19 жилых домов. У них не будет горячего снабжения. Это с 6 августа по 25 августа. Дома в районе улицы Попова, улицы Новой, Электрозаводской, Радиозаводской, Макаренко, Быстрецкой и Кольная.